Конечно, новая жизнь. И внуки были, вырастила и внуков, и так что помогаю своей семье, вот, детям. Так что мне нравится. Да плохая жизнь. Почему? Тяжеловато. Тяжеловато. Я на пенсии работаю. Здравствуйте. Только и начинается жизнь, когда выходишь на пенсию. Нормальная пока. Пойдет. Есть куда ходить, особенно в ретро-парк, когда в субботу тут танцы, музыка поет, Борис Иванович Овсиенко слушает. Так что нормально пока, хорошо. Как? Пенсия мало, маленькая, ничего, ни на что не хватает. Даже на лекарства не хватает. Она не прекращается, она еще больше становится, ярче, больше свободного времени, мне кажется. Больше внимания внукам, детям, внукам. Ну и на себя остается время. Смех от пенсии. Вы знаете, я уже 12 лет на пенсии. И почему-то воспринимаю нормально. Вот. Имею правнука и довольна. Никто меня не обижает. Пусть будет как есть, чтобы хуже не было. И хорошее, и плохое есть, конечно, в нашей жизни. Но я думаю, хороша тем, что вот сейчас немножко жизнь легче стала. И пенсия неплохая у меня. Могу позволить себе какую-то роскошь небольшую. А что нам надо? Больше вкусно поесть. А теперь что? Так что жизнь после выхода на пенсию – это, опять-таки, кому как. Например, лично мне неплохо.